Новенькие авто на службе полиции. 10 легковушек, один автобус для работников и по 3 автомобиля для задержания и спецназначения. Полиция Одесской области получила 16 новых автомобилей. Правоохранители уверяют, машины экономичны и практичны. Финансировала закупку национальная полиция. До конца года Одесса должна получить еще 2 катера и вертолет. Отмечу, сейчас автопарк полиции насчитывает около 800 автомобилей, из которых треть подлежат списанию. Планируется в том числе на Одесскую область полицейский вертолет для выполнения специальных полицейских миссий, так называемых. Область у нас наиболее растянутая, и для того, чтобы спецназ добрался, извиняюсь, до Измаила или Рени, проходит до 3 часов, что неприемлемо в новых реалиях.